В этом году в издательстве «Инспирия» опубликован роман российской писательницы Яны Лет «Отсутствие Анны». Автор известна прежде всего своими фэнтезийными романами «Мир без прорех» и «История семи дверей». «Отсутствие Анны» — кардинально другая книга, которая привлекла наше внимание. Мы решили пообщаться с писательницей и расспросить ее о том, как появилась идея романа, обсудить, что отличает талантливого автора и не очень, и поговорить о дальнейших планах писательницы. Яна, мне очень приятно с вами познакомиться, но хотелось бы и самой познакомиться поближе, и читателей наших, слушателей познакомить тоже с вами. Яна, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь помимо литературы, а как вы вообще открыли себя в творческой профессии? На самом деле у меня сейчас очень знаменательный год. Я по преподавательской привычке отсчитываю года не календарные, а учебные, поэтому я считаю, что год начался осенью. Вот, и он очень знаменательный, потому что это первый год, когда я занимаюсь только писательством и ничем больше. То есть я только пишу и еще время от времени веду какие-нибудь творческие курсы, лекции, но это такая не очень регулярная работа. А до этого я, наверное, примерно 10 лет занималась преподаванием русского языка и литературы. Вот. В качестве репетитора, на курсах. Закончила филфак, и это, в общем, определило мои дальнейшие действия. Как вы открыли себя в творчестве? Когда было написано первое произведение? Что это было? Ну, началось все, на самом деле, со стихов. И я писала стихи еще в школе. И тогда же начала пытаться какие-то маленькие рассказы писать. И я помню, что на меня очень повлияла моя учительница русской литературы, которая читала первые мои произведения. Это были такие фэнтезийные небольшие сказки. Небольшие не потому, что они планировались такими небольшими, а потому, что я никогда не могла их нормально закончить. Но она меня все равно очень поддерживала, подбадривала. И вот, наверное, примерно тогда все и началось. А так, чтобы вот такое законченное именно большое произведение, большой текст, первый был, наверное, где-то 6 лет назад. Это была «История семи дверей», которая недавно вышла в издательстве «Никея». Вот, это был такой первый опыт написать именно большой текст, законченный. Но до него были рассказы, стихи. Столько, сколько я себя помню, наверное, столько они и были. Яна, расскажите, творчеством каких авторов вы вдохновлялись? Какие книги любили и любите сейчас? Что читаете? Я на самом деле практически всеядна, потому что и в детстве у меня была такая ситуация, что меня никак не ограничивали в чтении, в выборе чтения родителя. Поэтому сейчас я всегда очень удивляюсь, когда слышу, что у современных детей часто выбор определяется системой возрастных рейтингов, тем, что родители сначала обязательно прочитали, оценили, одобрили или не одобрили. Вот у меня такого никогда не было. У меня правило было простое. То, что ты сумел взять с полки, вот то и читай. До чего дотянулся, да? Да, до чего дотянулся. И, в общем, если дотянулся до «Унесенных ветром», а тебе 8, ну ладно, читай, если что-то там поймешь. Как-нибудь не разберешься. Вот, я помню, например, очень травматичный эпизод, когда я вытянула с полки книгу, и там было написано «Человек, который смеется», Гюго. И я подумала, о, человек, который смеется, наверное, это будет очень весело. Нет, это было совсем не весело. Вот, и, в общем, вперемешку я читала и фэнтези, и сказки, и детскую литературу, и классику. Потом был филфак в моей жизни, и кто учился на филфаке, тот знает, что там, в общем, твой выбор литературы очень жестко определен на те годы, что ты там находишься. Поэтому было очень много классической литературы, начиная с периода античности и заканчивая современной. Вот, а сейчас, в общем, годы после филфака я наслаждаюсь свободой воли, свободой выбора и пытаюсь наверстывать в области современной литературы, как зарубежной, так и отечественной, потому что вот там у меня такой получился пробел, поэтому стараюсь сейчас больше современных авторов читать. Вот, но и, ну, в общем, из последних прочитанных книг, например, вот я прочитала с удовольствием «Последнего единорога» Бигла, и для меня это было большое открытие, очень необычная книга, а до этого был там Лимонов, например. Так что очень-очень вперемешку. Яна, скажите, какая ваша первая книга была опубликована в издательстве? Что это было и как вам удалось захватить внимание издателя? Как удалось пробиться?
На самом деле все началось с «Мира из прорех». Это трилогия, и вот сейчас третья книга должна... Ну, я надеялась, что в этом году, но, видимо, уже в начале следующего года должна выйти в продажу. Но тогда я не знала, что это трилогия. Я написала первую часть. И у меня на тот момент было уже какое-то количество текстов написанных. И была даже победа в Всероссийской литературной премии с рассказом. Но как-то у меня вот ничего не получалось с издательствами. И я решила, что надо что-то сделать, надо выяснить, что с моими текстами не так, что мне надо в них изменить, чтобы издательства на меня обратили внимание. И я поехала с «Миром из прорех» на романный семинар при «Фантассамблее». Это такое мероприятие, которое ежегодно проводится в Санкт-Петербурге, точнее, под Санкт-Петербургом. И на этом романном семинаре, собственно, мастера и другие участники читали тексты друг друга и под руководством опытных писателей и фантастов комментировали, обсуждали, давали какие-то рекомендации по улучшению. И это было такое судьбоносное решение туда поехать, хотя когда я там оказалась, мне стало очень страшно, и я даже хотела уехать на второй день, вот, но все-таки сдержалась. Почему? Ну, потому что я увидела, для меня это был такой первый опыт вынесения своего текста в пространство публичного обсуждения, и когда я увидела, как обсуждают чужие тексты, там было все так организовано, что каждый день обсуждался роман кого-то из участников. И когда я увидела, как обсуждаются тексты других, я подумала, о, боже мой, если сейчас... сейчас начнут обсуждать меня, я же этого просто не вынесу, я убегу, спрячусь куда-нибудь. Нет. Но все-таки я сдержалась, осталась, и я очень рада, что я осталась. Потому что, во-первых, все рекомендации были очень полезными, а во-вторых, в целом, как раз и мастеру, и участникам очень понравился текст. И мастер дал рекомендацию к публикации после некоторой доработки, помог текст доработать, и вот вскоре после этого как раз на него, в смысле на текст, обратило внимание уже издательство «Альпина Паблишер». У них тогда открывалось новое направление, посвященное Янка Далту, вот, подростковой литературе. Ну и как раз я им отправила текст с рекомендациями. Я думаю, что, наверное, рекомендации тоже сыграли какую-то роль. И... Вот. И так получился первый договор, и с «Мира из прорех» как раз все и началось. Яна, у вас первые работы были в стиле фантастики, фэнтези. «Отсутствие Анны» — совсем другая книга. Расскажите, как вы пришли к реализму? Да, это такое для меня было экспериментальное, наверное, решение написать такой текст. И на самом деле... несмотря на то, что там, наверное, это скорее магический реализм. Вот сейчас я думаю и понимаю, что для меня вот эта реалистическая часть, первые две трети, это был скорее способ подвести к третьей трети. Я себе не уверена. То есть, когда я писала эту подводочку, я думала, ой, да, но реализм-то это совсем не мое. Но ничего, вот сейчас я доберусь до вот этого всего сюрреализма, и вот тут-то я разгуляюсь, потому что это мое, а это, ну, как-нибудь. И в результате я была очень поражена и обескуражена, когда я поняла, что многие читатели как раз оценили именно эти самые первые две трети. И периодически мне попадаются рецензии, в которых люди наоборот пишут, что «Ой, ну зачем весь этот магический реализм? Как хорошо было в первых частях! Если бы роман был чисто реалистическим, он бы от этого только выиграл». Вот, и я, читая эти отзывы, подумала, ничего себе, надо же, ну ладно, буду иметь в виду. Вот, так что, наверное, реализм был скорее такой вынужденной мерой, потому что обычно, когда я что-то придумываю, ну вот в 95% случаев мне сразу приходят какие-то нереалистические сюжеты, вот. Но после таких отзывов я призадумалась и подумала, может быть, на самом деле это зря, и вот. Попробовать. Расскажите, как появилась идея этого романа, с чего она началась, с чего она зародилась? Это было, я очень хорошо помню, как это было, потому что была такая яркая мысль, эмоция, и это было довольно давно. Я в какой-то момент перечитывала «Хроники Нарнии», которые я нежно любила в детстве и люблю до сих пор, и я в очередной раз поразилась, с каким цинизмом дети, которые попали туда, остались там, ну, если читали, если помните, там в повести... Да-да-да, они же там взрослеют, становятся королями и королевами, по сути, проживают целую жизнь. И потом мы узнаем, что эта жизнь на самом деле равнялась нескольким минутам в реальном мире, но они-то этого знать не могли.
И получается, что, в общем, отдавая себе отчет в том, что их там ждут родители дома, что их будут искать, они просто как-то об этом забывают, проживают там жизнь, взрослеют, и только потом возвращаются и такие: «Ой, как удачно все сложилось, ну ладно». И в детстве у меня это, кстати, не вызывало особых вопросов, что, наверное, и логично. Как в Питере Пенне, да, дети довольно бессердечные существа, поэтому как-то, ну ладно. Вот. А когда я уже, будучи взрослой, перечитывала, я подумала: ничего себе. И в этот момент возникла идея, я подумала, что здорово было бы написать про как раз родителей ребенка, который провалился в волшебную страну условную и отправляется на поиски этого самого ребенка. Но ему, в общем, эта волшебная страна не дается, потому что она сделана не для него, она сделана для детей. Вот. Но, несмотря на это, он как-то пытается освоить ее правила. Вот. И я тогда эту идею записала, подумала, что что-то в этом есть, и забыла о ней, наверное, года на 2-3. Вот. А потом в какой-то момент снова она всплыла в черновиках, я вспомнила о ней, она наложилась еще там на некоторые впечатления, и я подумала: хорошо, надо попробовать об этом написать. Как долго шла работа над романом с момента, как вы решили, что надо пробовать, и до финального произведения? Ровно год. Ровно год. Довольно быстро. Звучит так, как будто я хвастаюсь, но нет. На самом деле, наверное, могло получиться и быстрее, но я тогда работала параллельно еще над одним текстом. У меня был какой-то очень продуктивный момент, и меня прямо несло. То есть, мне кажется, это даже не моя заслуга, просто оно как будто бы вот проходило через меня, и мне совсем не приходилось себя заставлять. Вот. Так что да, где-то год. Я отдельно работала в 3 разных документах. Отдельно над дневником Анны, отдельно над историей ее матери, отдельно над этой самой пресловутой третью. И как-то вот очень-очень быстро шла работа. Я сама удивилась. А расскажите, может быть, в ходе написания книги произошла с вами какая-нибудь интересная история, которая нашла отражение потом в романе? Было что-нибудь? Да, действительно, был такой эпизод. Но я бы его не назвала интересным, он скорее мрачный. Это такой момент... Я надеюсь, это не сцена с голубем? Это сцена с голубем. Но, к счастью, это не я стала главным героем этой ситуации. То есть не я стала человеком, которому пришлось принимать тяжелое решение... точнее, реализовывать вот это тяжелое решение, связанное с голубем. Но так как я испытывала огромное сочувствие к этому человеку, и вообще вся ситуация была очень травматичной, я как-то сразу вспомнила про Анну и подумала: о боже, вот ей-то эта ситуация сейчас, ровно в тот момент, о котором я пишу сейчас, была бы очень в тему. Яна, скажите, а вы себя ассоциируете с кем-нибудь из персонажей книги как-то? Или, может быть, кого-то из близкого окружения? Это сложный вопрос, потому что мне кажется, что в какой-то степени, наверное, в любой женщине, девушке есть вот эти, не знаю, архетипы матери и архетипы дочери. Поэтому, наверное, в какой-то степени я себя ассоциирую и с Анной, и с Мариной, с обеими вместе. Вот, потому что, конечно, когда я писала Анин дневник, я довольно много вспоминала про свой подростковый период, про вот это ощущение. Хотя, мне кажется, я не была похожа на Анну, то есть она все-таки получилась у меня какой-то другой совсем. Вот. Но, тем не менее, конечно, воспоминания о собственном подростковом периоде тоже очень вдохновляли. Ну и плюс мне очень помогало, что я на тот момент как раз активно работала репетитором и очень много общалась с 10-11-классниками. И при этом они у меня все очень такие интересные были ребята, из хороших школ, начитанные, необычные. И, возможно, в какой-то степени некоторых из них я тоже проецировала на образ Анны. Вот. Ну и образ Марины, на самом деле, это тоже такой собирательный образ, потому что в моем окружении, среди моих друзей, подруг, очень много семей, где именно вот так выглядела семейная модель, когда сильная самостоятельная мама растит дочку, вот, или там, может быть, больше, чем одну дочку, детей, и берет все на себя. И для меня это какая-то тоже очень такая архетипическая история именно про мое поколение. Поэтому, конечно, часто именно беседы с подругами, разговоры по душам, они очень вдохновляли. Да, мне хотелось сделать какую-то такую собирательную историю, в которой, может быть, многие себя узнают. Вот. И, судя по отзывам, видимо, получилось.
А поделитесь каким-нибудь самым приятным отзывом, который книга получала. Или, может быть, был какой-то крайне неприятный, который задел, зацепил. На самом деле, да, хватает и того, и другого, потому что из всех моих книг, которые на данный момент опубликованы, конечно, «Отсутствие Анны», и это ожидаемо, получила больше всего противоречивых отзывов. Кому-то книга прямо очень понравилась, кому-то, наоборот, она остро не понравилась, вплоть до неприятия. Пожалуй, из того, что меня зацепило в негативном ключе, меня поразил отзыв, в котором человек, причем, видимо, его это сильно тронуло, потому что я много где этот отзыв встречала, вот, в котором человек меня обвиняет в пропаганде подросткового самоубийства. Вот. Меня это очень расстроило, потому что я, в принципе, не ожидала, что книгу можно интерпретировать таким образом. Вот. Но, с другой стороны, потом я подумала, что, наверное, расстраиваться глупо, потому что писатель, к сожалению, никогда не может знать, как именно его текст будет интерпретирован. Вот. И если пытаться писать прямо максимально понятно, чтобы уж наверняка все поняли, что автор имеет в виду, наверное, такой текст читать будет невозможно. Так что что сделано, то сделано. Вот. Но на всякий случай, вот для наших слушателей и зрителей, я ничего такого не имела в виду, честное слово. Вот. А что касается положительных отзывов, тоже на самом деле много приятных, потому что иногда пишут люди в личку, и это всегда очень приятно, пишут, что книга изменила их жизнь, и некоторые даже писали, что она помогла им справиться с горем, и, конечно, для меня это было особенно ценно. Вот. А еще неожиданно порадовала рецензия, по-моему, на Афише, где автор писал, что здорово, что автор пытается понять обе стороны. И это было просто таким медом на душу, потому что многие рецензенты, наоборот, им казалось, что я яро занимаю одну из сторон, а вторую осуждаю. А я как раз очень сильно старалась показать, что я пытаюсь никого не осудить, а посмотреть на обе точки зрения, и именно поэтому я и ввела Анин дневник, чтобы был такой взгляд с другой стороны. Вот, поэтому здорово, когда читатели это видят. Но с другой стороны, опять же, да, каждый имеет право прочитать текст так, как ему захотелось, так, как ему на этот момент времени было правильным. И, в общем, наверное, любое прочтение ценно. Если текст можно прочитать по-разному, наверное, это даже хорошо. Яна, а как вы относитесь к литературным премиям в вашей книге? Ну, в частности, сейчас меня интересует «Отсутствие Анны». Была номинирована на что-то в этом году? Нет, к сожалению, с «Отсутствием Анны» такого не случилось. То есть у меня есть в английской некоторых премий, у других текстов. «История семи дверей» вошла в английской Крапивинской премии. «Мир из прорех» был в лонглисте премии Аркадия Бориса Стругацкого. Ну и вот один раз даже довелось победить с рассказом «Учительница первая». Было первое место на Всероссийской литературной премии «Новая фантастика». И с этого, собственно, все и началось. Вот. Ну, «Отсутствие Анны», к сожалению, пока как-то не очень везет. Не очень она была замечена в премиальном процессе. Ну, может быть, еще не вечер. Если бы вы сейчас встретили нового читателя, с какой книги вы посоветовали бы ему начать знакомство с вашим произведением? Это очень зависит от читателя. Вот, потому что то же самое «Отсутствие Анны», например, в среднем, наверное, если бы я познакомилась с этим самым гипотетическим новым читателем, и мы бы с ним здорово разговорились по душам, наверное, с большой вероятностью я бы ему посоветовала как раз «Отсутствие Анны». Но, с другой стороны, эта книга довольно специфичная. Например, я столкнулась с тем, что очень много читателей мужчин определяют ее как женскую, очень женскую. И, в принципе, отчасти я понимаю, почему. Потому что действительно центральные персонажи – женщины. Персонажей мужчин не так много, а те, которые есть, наверное, не вызывают особой симпатии. Вот. В общем, может быть, условно, если бы этот самый гипотетический читатель был мужчиной, я бы, может быть, и не посоветовала. Опять же, очень сильно зависит от того, что за человек. В общем, все сложно. Наверное, скорее с «Отсутствия Анны» или с «Историей семи дверей». Но, опять же, все и от возраста читателя зависит. Наверное, в этом плане хорошо, что у меня есть на любой возраст и на любой вкус. И можно ориентироваться по тому, кто перед тобой. У вас уже опубликовано 3, правильно, книги? 4.
4. А удается ли уже на книгах что-то зарабатывать? Это из моей реакции на эти вопросы, наверное, уже можно сделать набор гивок. Вот. Потому что, ну, в целом, какие-то деньги это, конечно, приносит. Вот. Но я всегда говорю, что начинающий автор, особенно если он идет по пути не электронок, да, не, например, сайтов, где выкладывают текст с продолжениями, собственно, беря деньги с читателей на месте. Вот. И если он идет по пути именно работы с издательствами, то, конечно, не стоит рассчитывать на то, что сразу же с первых текстов вы начнете получать много денег и сможете с этих денег жить. Вот. Наверное, для этого нужно стать более популярным автором с большим количеством книг. Вот. Но я, в общем, всему рада, потому что я все время вспоминаю, как Стивен Кинг говорил, как определить, талантливый перед тобой человек или нет. Он говорил, вот если вы написали рассказ, отправили этот рассказ в журнал, вам прислали чек, и вы с помощью этого чека смогли оплатить электричество, скорее всего, вы талантливый. Яна, скажите, а вы со своей стороны предпринимаете какие-то ходы, шаги, попытки выйти на зарубежный рынок? Или сейчас все права на книги принадлежат издательству, и вы, в общем-то, ничего не можете сделать? Ну, все права на книги действительно принадлежат издательствам. Наверное, гипотетически я что-то могу, тем не менее, с этим сделать. Я не думаю, что издательства будут против, если я начну предпринимать какие-то собственные шаги. Я просто как-то до недавнего времени не думала об этом, но вообще ваш вопрос на благодатную почву ложится, потому что я действительно начала об этом думать. Вот. Но думать я, конечно, могу еще долго. Наверное, хорошо бы, чтобы что-нибудь произошло, какой-нибудь знак свыше, или, может быть, какой-нибудь еще новый сюжетный поворот. Я бы с удовольствием этим занялась, да. Возможно, если я увижу какие-то понятные средства, что-нибудь такое подвернется, я бы с удовольствием двигалась в этом направлении. Яна, скажите, над чем вы сейчас работаете? Я работаю сейчас над несколькими текстами. Но один у меня такой основной, он пока условно называется «Сердца стужи», но, вероятно, название будет меняться еще 100 раз, поэтому это не очень важно. Это такое будет фэнтези. Жанр я бы, наверное, охарактеризовала скорее как «Magic Biopunk». Это что-то новое, потому что я, ну, в принципе, могу этот текст с чем-то сравнить, но, в общем, фан-допущение, как мне кажется, достаточно оригинальное. Там мир, который в целом скован льдом, и люди в этих самых ледяных пустошах выживать не могут. Ледяные пустоши населены некими магическими животными. Магические животные живут на двух пластах реальности одновременно. Люди выживают в городах, в которых поддерживается, собственно, нормальная для жизни температура и атмосфера с помощью частей тел вот этих самых животных, которые бегают по пустошам. То есть все технологии работают на частях тел магических животных. Там разные дворцовые интриги, балы, дуэли, детективы, сыщики, расследования, интриги. А вот эта вся история про мрачные холода и части тел, она скорее таким фоном. Вот. И строится история примерно как, наверное, «Игра престолов» Мартина, в том плане, что очень много персонажей, вокруг которых развиваются события, разные главы, периодически какие-нибудь там, не знаю, газетные вырезки, например. Что из этого получится, пока я не очень понимаю, потому что изначально я надеялась, что это будет законченная книга, но в процессе стала понимать, что там опять получается трилогия, видимо. Вот. Но вот надеюсь до Нового года закончить работу над черновиком и как-то все это перечитать и понять, к чему это идет, какая это целевая аудитория. Вот. Потому что персонажи по возрасту очень разные. Есть и подростки, есть и взрослые люди. А как мы знаем, люди чаще всего предпочитают читать про своих ровесников или про кого-то старше. Вот, так что не очень понятно. Ну и кроме того, пишу сейчас еще одну детскую книжку, продолжение, собственно, истории «Семи дверей», которая вышла в издательстве «Никея». И еще один текст, который я уже давно как-то вот, ну,
не то чтобы я его мучаю, с ним все было хорошо, просто в какой-то момент я перестала его писать, а сейчас вдруг вспомнила о нем, достала его из закромов, и вот тоже пытаюсь сделать с ним что-то хорошее. Но в целом получается, что все, над чем я сейчас работаю, это такие разные всевозможные вариации фэнтези скорее. Вот, dark фэнтези, вот это самое биопанк фэнтези. Периодически у меня какие-то реалистические сюжеты и идеи появляются, я их записываю, но пока боюсь к чему-то вплотную подступиться. Яна, а как вы считаете, что в писательстве важнее, дисциплина или вдохновение? Дисциплина. Я думаю, дисциплина. Да, потому что, по моему опыту, вдохновение можно подчинить дисциплине. Вот, и как бы кощунственно, наверное, это для некоторых людей не звучало, но я вот как-то на собственном опыте выяснила, конечно, рано об этом говорить, потому что я не так много лет пишу, может быть, я там, не знаю, через 10 или через 20 лет по-другому буду рассуждать, но пока что, по моему опыту, кажется, что вдохновение — это тоже, в общем, определенный навык, который можно научиться вырабатывать. То есть, условно, можно приучить себя к тому, чтобы садиться за стол каждый день и после некоторых, там, не знаю, волшебных пасов или медитаций или еще чего-нибудь чувствовать прилив вдохновения и писать. Вот. И мне кажется, что на самом деле, если писатель хочет этим заниматься прямо профессионально и регулярно, наверное, это более-менее неизбежный путь, потому что просто вдохновение такое вот мощное, импульсное, ну, лично у меня оно бывает, конечно, и довольно часто, но все равно, если бы я садилась за стол только ведомая им, мне кажется, моя продуктивность бы упала, ну, раза в 3, а может быть и больше. А это было бы достаточно обидно, потому что все время хочется двигаться вперед, идей много. А как вы считаете, Яна, писатель должен подстраивать свои идеи под вкусы читателей, следить за вкусами, следить за трендами, выбирать темы произведений, исходя из трендов и предпочтений аудитории? Тут, может быть, тоже будет кощунство для кого-то, но мне кажется, что скорее да, хотя, безусловно, это не означает, что если, допустим, все сейчас пишут тексты про вампиров, то и мне надо срочно сесть и написать там 253-й текст про вампиров. Но мне кажется, что в широком смысле понимать, что в обществе сейчас происходит, что для людей актуально, какие темы воспринимаются как наиболее острые, какие сюжеты. Ну, то есть это же тоже, мне кажется, неспроста, если какой-нибудь определенный сюжет, вот как в случае с Гарри Поттером, да, вдруг овладевает умами целого поколения. И мне кажется, что если писатель сумеет уловить что-то такое из этих трендов и породить вот этот самый сюжет или архетип, или персонажа, который сможет заслужить любовь миллионов людей, то это и прекрасно. Наверное, это как раз то, что он действительно и должен делать. Вот. Другой вопрос, что если это просто такое слепое копирование, да, из серии, что окей, всем понравился Гарри Поттер, поэтому я тоже напишу про волшебную школу, ну, наверное, это не очень хорошая идея, если нет чего-то такого, что будет отличать именно твою волшебную школу и чего-то такого, что сделает ее по-настоящему оригинальной, интересной, ни на что не похожей. Яна, вы сказали, что сейчас начали знакомиться с работами современных российских авторов, современных авторов в целом. Из российских авторов можете назвать несколько книг или имен, чьи книги вы считаете завтра станут бестселлерами или должны непременно стать за качество текста или оригинальность сюжета? Получается так, что обычно, если какая-нибудь современная книга попадает мне в руки, это означает, что она уже, ну, либо стала бестселлером, либо стала достаточно известной, и я где-нибудь про нее услышала, или мне кто-нибудь ее посоветовал. Так, например, случилось с «Домом, в котором» Мариан Петросян. Это, правда, случилось уже достаточно давно, потому что я еще в университете училась, когда я ее прочитала. Но с тех пор очень мало было современных книг отечественных авторов, которые произвели бы на меня такое вот сопоставимое по силе впечатление. И вот там действительно, ну, мне кажется, даже если бы она мне попалась пачкой каких-нибудь распечаток анонимных, я бы все равно, прочитав ее, подумала: о, Господи, этот человек точно станет знаменитым автором, а эта книга точно станет бестселлером. Ну и, в общем, да, так оно и получилось. Из современных авторов, например, я очень люблю
того же Дмитрия Быкова. Я вот недавно прочитала с удовольствием его роман «Квартал». Это тоже очень интересно, вообще ни на что не похоже. Вот. Но подозреваю, что, наверное, он тоже уже бестселлер, а может быть и нет. Вот. Но книга действительно очень-очень интересная и впечатляющая. Мне очень нравится Анна Старобинец. Но вот, видите, все время получается, что когда я кого-то называю, это, в общем, уже очень известные и заслуженные авторы. Конечно, я стараюсь также читать произведения моих коллег, которые только начинают, вот, и только начинают свой писательский путь. Но тут мне, наверное, не кого-то конкретного назвать. Может быть, потому что я боюсь обидеть кого-нибудь другого, вот, назвав именно кого-то одного. Поэтому давайте я просто скажу, что на самом деле хороших текстов, в том числе и еще не опубликованных, мне попадается действительно много, и я надеюсь, что мы стоим на пороге какого-то, может быть, даже нового литературного этапа, и в перспективе нас ждет много свежих и интересных имен, несмотря на то, что вот вся эта ковидная история изрядно подкосила книгоиздание, ну, как и многие другие отрасли. Я надеюсь, что это не помешает. И, в общем, много новых и прекрасных текстов ждет нас в ближайшее время. Яна, спасибо вам огромное. Очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо вам большое, спасибо что большое пригласили. За встречу. Мне особенно приятно, что пригласили в контексте именно отсутствия Анны. Хотя, в любом случае, было бы очень приятно с вами познакомиться и пообщаться.